Слышишь? Ты для нас нарядилась такая красивая? Ё-моё, сайонара. Такая светлая вся, классная. Привет. Или как там по-китайски? Добрый день. Бунасара? Бунасара. Привет. Бунасара, синьорита. О, нихао. Что она тут за синьорита кричала? Я слышала. Да, мы думали, а она песни пела? Мы думали, что она ляжет спать, она набубунилась вон. Серьезно? Здравствуйте. Говорит, выкидывай что-то старое отсюда. Ничего старого нет. Вот а я хочу тоже такую мисочку домой. Мы сейчас нарежем тебе миллиард. Катюня, мы сюда, за этими приехали. Вот это аромат ты меня порадовала. Такой. Мисочка такая будет. Да, пионы это последние. Ну, я вот такие пионы. Боже, тут такой, тут это... Я вообще думаю... Ты нюхала их? Смотрите, самые ароматные в саду. Это розы. Называется бьен-веню. Бьен-веню. Сейчас, сейчас и нам, и всем людям расскажешь. Друзья, всем привет, с вами Денис Калипован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, добрались. Серия вторая, правильно? Как там, райский сад? Да. Свершилось, взорвался цвет. Сейчас пойдем нюхать, послушаем. Уважаемого человека. Донну Анну, елки ты палки, ты что? Виталик, а я понабирал здесь огурчики полевые, чтобы ты понимал. Картошечка тоже полевая, помидорки полевые и свинина тоже полевая. Ну уж не побрезгуйте, Виталик, не побрезгуйте. Это твое взродыше 10 сантиметров. А вот же, блин, не поли контору, елки палки. А у нас тоже огурчик вот такой вызрел. Да? Да. И перчик такой, короче, растет все нормально. Ага. Я что тебе сказал? Набери ты людей, узнай, может у них картошка, две лопаты копанули бы и все было бы нормально. Ладно, мы набрали, короче, с голоду не помрем. Анечка, пока Виталик там что-то делает. Да, правильно, Аня, так должно быть. Ты можешь мне рассказывать, Сережа льет в два раза больше, только не вот с такой мензурочки, а с 5-литровой канистры. А потому что у меня казан на 80 литров, а у Виталика маленький, аккуратненький, чисто для семьи. На 17. Вот, чтоб, слышите, на 17, вот, а чтобы с голоду чисто не умереть. А вы с двух сторон будете вот это жарить, да, и полить? Там челогачи. Там челогачи, а здесь молодая картошка с мясом. Что? Ничего, ты хочешь, думаю, уже с чего я больше хочу? С котов или с... Или с мясо тащил? Ну да. Маленький кусочек. Мы заехали на базар, сделали красиво. Вот тебе тут такая домашний вкусная свинина, что ты кайфанешь. Что, ты не любишь свинину? Не-не-не, я просто спрашиваю, думаю, господи. Все пригодится. Клубника. Ты что будешь? Скажи может, мне. Может, нам хватит? А. Ну брось его в морозилку, потом приготовить. В следующий раз приедем. Хорошо. Не, за мясом, да? Не вопрос. Да успокойся, идем цветы нюхать. Идем. Не, пошли котов посмотрим. Обалдеть, что это за порода? Розовая. 40-дневка. Все, так у нас и говорят. Ты что, сказка начинается? Витал, а ты что, не будем ее мясом пачкать? Мясо ты говоришь отдельно? Ну да. Понятно. А, ладно. Ну ничего, ребята, это совсем другой рецепт, что я думал. Это хлобысь. Типа Марата рецепт. Одна картошечка, и под нее мясо не надо. Ой, а мы будем делать, что мы будем делать в субботу? Ребята. Вы кайфанете, будете в Одессе обязательно бегом к нам. Вот даже не скажу, что, просто будет обморок. Что, ну ты жарь, я тебе не мешаю, Анечка. И давай идем котят покажешь. Да, говори. О, он там в тазике. Не буди детей. Не буди лихо, пока тихо. Не буди детей. Ребята, тихий час. Идемте, как в садике было. Слышишь? А подросли, как елки-палки. Привет. Смотри, красота. Эй, так они, смотри, там прайд. Тихо. Просто отдыхай. Не мешай. Да я не мешаю, иди снимай, включи вспышку, дети, чтобы было людям видно, какая это красота. Вот так вот виднее. Оператор, иди, не стесняйся, тяни ты руки. Ё-моё. Да ей надо регулировать ее. Я боюсь. Красава. Смотри, а прямо это что за благородных кровей? Это а? наш всё, Беня. Всё, убежали. Вот ты руками, потому что не махай. Смотри, тихо, он, смотри. Катюня. Смотри, тихо. Не буди его. Мой хороший, ты так разлегся. Ты тоже рыжий, значит, вредный, да? Как наш Моня. Да он не вредный, он тебе, смотри, задними ногами показывает, что у него все хорошо. Аня, это мальчик или девочка? Беленький? Да. Да, а по мальчик. Нему сразу видно, что он мальчик. А вот смотри, сел позировать. Ты ушастик. Слушай, они в натуре выросли? Они выросли, сколько нас не было. А где косой Марата? А где Марата, котенок? Там уже кто-то написал. Там уже кто-то написал, может сброситься Марату на того косого, он точно его. Ага, сделаем Марату сюрприз. Потом с ним. Вы знаете, как с котыми, косыми котами ведут блог там по миллиарду подписчиков? Один кот, один. Не блог, ребята, не блог, а именно блог, да. Потому что я подумал, что блоги, откуда здесь блоги? А им, да, блог, когда ведут. А где этот? А, он вам не жена.
А где этот чемпион мира красивый, тот голубой? Он только что там был. Только что был. Не будет, нет. Он где-то спрятался. И он на руки не дается или только тебе? Нет, надо ловить. Ну поймаешь нам. Катюня, ныряй туда, ты за свою проканаешь. Давай, прямо вот туда на шпагаты залезай. Ну что, они все ушли от меня? Ну один все? Моется, второй сидит. А, о, точно, Марат. Катюня, иди покажи, вернись сюда. Ой. Марат идет. Где? О, маленький. Марат, ну. Точно, маленький, Марат. Ты такой холёсий, точно, он такой холёсий. Малыш, и что? Кому ты поедешь? Он ждал Маратика? Маратика ждал, иди, а Маратик сюда. Не пришел. Иди, я Маратику передам. Маратик сказал, ну, вас баню с вашим солнцем. Иди, я Маратику передам какой-то не, красивый. Не, он забыл, что у него Света приезжает. Марат забыл, что у него сегодня супруга возвращается. Эх, ты что? Скажи, я в ужасе, скажи, да? Скажи, ребята, да. Поддержите в комментариях, пусть Аня назовет его Маратом. Эй, Маратик, ты что? Марат, он даже усами твоими пахнет. Это тебе поцелуй от Марата. Глючий ты такой. Да, он именно славный, он такой, обалдеть. Славный очень, да. Скажи, что вы, маленький, что вы надо мной издеваетесь, что я косой. Красивый котенок. Он красивый, да. Он необыкновенно красивый. Обязательно. Не, Виталик, нам черного вон, надо. Вон тут в туалете, посмотри, Катюня. У меня кошечка. Боялся. Ты шо, красава? Ты боялся? Красивый. Катюня, снимай молча, чтобы не напугать его. Какая длинная морда у него. Да, он очень красивый. Да. Я тебя тоже буду. Ты будешь моим любимцем. Да. Ой, ты да. Какой холёсик. Красотулечка. Кто-то? Слушай, они тут все. Аня, о, побежал. Ну, чистый тарзан. Смотри. Оп. Оп. Бегом. И под кровать. Все. Ой, в надежном месте. Вот это детский садик. Слышь, а Марат от меня не отходит. Да? Да. Это не он? А, это не он? Нет. Тьфу ты, елки-палки. Марат, Владимир, он сидит играть с этой веревочкой. А, ты шо? Смотри, а мамашка интересная? Да ладно, мамашка. Красавица? Угу. Одна на всех, слышишь, мамашка? Слушай, как подумал, что, что из таких котят ну, вырастают да, агрегаты да. Вот эти по 14 килограмм, елки-палки. Уснул прямо как сидит. Просто тихий час. Кто-то играется. Угу. Тут боюсь, тут играют. Ага. Не, ну вечером стоит грохот, да? Ну они же два раза они же, они же, да. И потом разыгрываются. А потом тишина. Аня, ты их различаешь? Конечно. Да. Так я же с ними Катюня, слышишь, она для них больше мама, чем вот эта мама. Смотри, как она легла. Оператор прямо как ты. А, я понял, тебе не до этого. Я тебе хочу кадры хорошие показать. Что? А, вот это вот? Лежит, как она, кряки-раскряки, а? Ну, так ты ей там... Слышь, что, она опять готова к котятам? Что это за поза? Нет, она просто такая... Она ласковая. Катюня, на тебя похоже. Аня, я ей когда массаж делала, она то же самое, короче. Это называется поза, вот она я, цветов не надо. А я не знал, как это назвать. Катюня? Ну, теперь будешь знать, Сережа. Ага. А ты мне пионы. Главное, по правильному месту гладить. Да, зато я сиськи вижу с этой стороны. Ох, они здесь насосанные. Конечно. Да. Они до сих пор сосут, да? А чё нет? Нет, ну она иногда ходит, тут двое еще не до конца поняли, что надо корм кушать в основной массе. Слышишь, ну Маратик просто прелесть. Смотри, именно. Чудик. Смотри, сходит. Ага. Детвора. Ай, красавцы, слышишь? Как совы, слышишь? Да, одни глаза, елки-палки. А ну еще раз, смотри, я тех за задний план еще поймаю. Опача, так они все. Да, я же говорю. Друзьяки. Ничего не будет. Ага. Он вас обманул. Это просто рука. Красавцы. Оп. Все, в куклачёвы пойду, слышишь? А, вон есть секретный этот. Кивок. О. А этой старой дуре еще поиграть хочется? А чего нет? Скажи, столько деток, она еще играть.
Ой, я не могу, Аня, это вообще что-то щелкает. Я бы сняла? Да, как Миланя, как Миланя ушки себе трогает. Она когда спать хочет, то так же себя ведет. Оп. Слушай, и каждый со своим характером, ты понимаешь? Ребята, торопитесь, вот вам контакты Ани, так что едут в любую точку мира, а то скоро вырастут и что? И все, никто не успеет. Никто не успеет, Ани. Боже, ну это, конечно, что-то с чем-то какие иметь, классные, такую кошку какие дома. Классные. Я знаю, кому надо. Кому? Пукин. Срочно надо второй. Нет, там у него такой рыжий в Америке, короче, у нашего есть. А, ну, вот такой человек просто от души. Рыжий красавец. Или рыжая. А теперь такого же, как у нас, серый. Да, и будет ему не менее. А у них уже два. У них есть Микун и обычный котик. Да ты что, серьезно? Да. Тогда третий надо. Марат тоже думал, что у него котят не будет, а у него получается целых два. О, иди сюда. Не, ну это... Не, это, конечно... Слушай, ну он именно, смотри, это просто чемпионище какой-то, он такой красивый. А, да, у него задаток, а вот мой. Черный? Да. Ты что, от Элла? Молилась ли ты на ночь? Смотри, ну он на самом деле, да? Но этот будет как батька, да? Хвост павлинный, и вот такой вот у него, как химия. Батька просто на ухой, а этот дымный. Этот черный дымный. Вообще необыкновенный. Он кажется, что у него дым. Ага. А я черного еще хочу, Сережа. А я вот того бы хотел. Вот, а, ну да. Мы ж по два берем, Аня, если что. Ну то вообще. Ну да, вы у нас выбираете, теперь... которые самые дорогие, и потом уходите с ними, да. Серьезно, да? Ай-яй-яй. Это самые красивые? Эп. Ну ты знаешь, если бы... Все. Если бы мы не взяли того Беню, это же мой любимец, он со мной спит. Да у нас бы меня... и Моня, не Моня был бы. Так смотрите, что вы же заразные пришли, это Сережа взял серого, а ты скатила да. красного, получилось наоборот. Да. Так в том-то и дело. Потому что я умею выбирать. Ребята, пусть дети отдыхают, идемте понюхаем розы. Да уже не надо розы, Сережа. Ты думаешь? Да не ты что? Там весь мир ждет после той серии, елки-палки. Люди кайфанули, да я сам жду. Я видел эти закрытые бутоны, и хочется... Зачем? Не дождется, да? Чтобы с ним уйти? Дикаря-то маленькие. Нет, уйти можно с черным и вот с тем вот дымным. С серым, ну и с Маратом тоже надо еще. А, ну еще и с Маратом. Персиковый хороший. Марат, Марат, Марат. Пошли. Марат, Марат. Пошли. Марат, давай. Ты сможешь, я в тебя верю. Ах, ты шучу, Юда. Это кто? Это Марат. Вот это? Вот это Марат, да. Вот он. Он такой мелкий, он такой маленький котеночек, мой колеси. Опача! Иго! Слышь, банда. А из-под кровати еще вылазит и вылазит. Ну, это самые пугливые. Ты что там, пещера? Слушай, ну как этот, пугливые? Аня, я думал, что они это сонные. Просто. Посмотри на этого красивого. Вот по центру между черным. Да-да-да, Анечка. Он, вот когда этот. Вы зашли, лежал краем на кровати. Он про... Смотри, какой. Это Беня номер два. А смотри, ты уже тоже различаешь. Да, конечно вот, же, смотри, да, смотри, да. Специалист пришел. Ты что, прямо... А именно красавец. Та еще 5 минут я буду их по именам называть. Нет, я вот тот коня. Посмотри, какая у него грудь внутри. У него голова дым, будет, дым. Это именно звезда Инстаграма. Вот то, что там миллионные просмотры. Вот такие копы. А голова сама морда темная, львиная. Кисточки белые, это, конечно, что-то. А уши? И что, редко слышишь, такие любой тушканчик позавидует. Ну, посмотри на эти уши. Не часто дымные были. Может, будут кошки, если солидные, тогда будут дымные. Посмотри, у черного какие уши, локаторы. Угу. И у этого дымного локаторы. А вот кошка. А, тоже, да. А вот, говорит, кошка, Аня, по ушам, слышишь? Слушай, а как их вообще начали сводить? Это что, свели, я так это понимаю? Это аллергенная порода, Америка, штат Мэн. Это как, у нас, как в Сибири холодно, у них в штате Мэн. И а я думаю, что, это какой-то, аллергенная порода. Что какой-то тигр, леопард догнал слона, короче, вжарил. Потом этот слон догнал какого-то котенка. А по итогу, после этого котенка наш Васька вжарил их всех, и получилось вот такое вот что-то здоровое, лопоухое, минкун называется. Ты посмотри. Это нет, это можно вынести. Тараканчики такие. Ой, класс. Просто не хочется выходить. Аня, ну они так подросли. Катенька, нас ждет удивительное. Идем. Да идем. Машины же растут, конечно. Ну растут, что кабанята. Прямо существенно подросли. Знаешь, как они кушают активно? Знаю, Аня, ты посмотри, какие у них тазики с едой, елки-палки. И это только на сегодня. Ух ты, ты что? Да. Я бы тогда вылетела уже давно. Все? Ага. Все, друзьяки, давайте целуем, обнимаем, до скорых встреч. Растите и найдите своих
Не то чтобы хозяев, а именно друзей самых настоящих. Семьи. Семьи, да. Чтобы вас любили. Ох ты. Ты шикардос. И спал ты на кровати. Друзьяки, немного шикарного вида. Ой, это если кому-то видно, пеликаны летают. Обалдеть, красотища какая. Ты шо? Картина маслом. И мы сейчас пойдем тудой, короче. Ох, там уже розы вижу. Ёшкин кот. Короче, не все сразу. Сейчас потихонечку, медленно, с расстановкой будем нюхать каждое. Красота. Что ты там уже нажарил, Виталик? Ох, ничего себе, какая. Она, это говядина? Свинина. Свинина? А что ты там Катюня, мы пока я там... Я не разбираюсь. Там мы все пока... Там... Забыл что-то. Все там эх ты. Ржут с меня, что я лишние я вопросы говорю, мы задаю. Пока котят лохматили, короче, Виталик уже приготовил. На мой вкус жирновато, но вкусно. Ты что, поляна домашняя, смотри. Иногда бывает вообще постная. Ну, мясо. Есть, ой, карасики какие, она, Катюня, ты что? Она в любом случае вот этот... Это чипсы липованские. Раньше была. С коньяком. Ты смотри, но это можно вынести вот эту красоту? А, ну ты почти. Аня, где ты это взяла? Это на Видеопольском базаре делает человек, который раньше работал в Киеве в каком-то очень гламурном ресторане. Да, привозит. Чего мы еще не знаем. Ты что, а нашел себя в Видеополе, красавчик. Ну он тут, наверное, живет. Это фуагра. Очень вкусно. Что, то яблоко, груша? Яблоко, груша. Ты знаешь, я думаю, что яблоко на вид. Яблочко. Да? Да. А вот это турецкая брам-брам. Прелесть. Это со Стамбула приехали. А это бери, пробуй. Оливки. Ты хочешь? Ой, Катюня, перец свой, ну, а то другое мое. Возьми, это очень вкусно. Пикантно. Это как мед, да. Но перед этим я съела сама, я его не... Это, конечно, не мед-дог. Что, Сережка? Да? Я ему с перчиком давала. Бумба, бомба. Бимба. Ну вот Таня любит такое, и, я жареное. И я люблю такое. Это очень вкусно. Аня, нож нельзя облизывать. Нельзя? Будешь злая, говорят. Ой, я такая злая и так. Мне не поможет. Это мне может только обратный эффект наступить. Фу. Что, картопля уже тоже готова? А, хороший готово, перчик, слушай. А посмотри на эту. Вот на эту красоту, а? Что сала ты? Нету. Посмотри. А видеопольский? А он там внутри, это хлеб с салом, только надо докопаться. А где корочка? Катюня, давай поцелуемся. Корочка надо... уехала. А нет, вот она приехала, я хочу вам намазать. Давай, да, я хочу. Надо скорочку. Разделить этот перец. Чего? Иди засосемся. А я только что съела, у меня точно такой же рот, как у тебя, не переживай. Так, фу, тогда не надо. Тогда могу только тебя добавить. Тогда не надо делать. Ну как это, хорошенький. Не, ай-яй-яй, прямо, боже мой, ну пойдет, да, Миланька? А ты тоже так что, мы розы не смотрим сегодня или что? Смотрим, сейчас пойдем. Да. Перекусим, потом пойдем? Да. А, чтобы мы от голоду сейчас эти розы красивые не жевали, я понял. Просто тут такое все вкусное, горячее. Ай, спасибо. Где твое это ведро, на котором ребенок ездит? А он же собрался розы смотреть. Ведро. Ну что, как тебе? А видеопольский? Очень вкусно. Да? Бесподобно. А еще особенно офигенно запивать холодным компотом вкусно. Аня на производство. Да. А вы уже попробовали компот? Угу. Как эта трава называется, которую ты кладешь? Ну, во-первых, он с этого гибискуса, как он? Тракаде? Да. Да, и там чебрец, и мята. Все, что выросло. Что было, то накидал. А я думала, он ягодный у тебя. Тарелочки ставьте, уже все. Уже тарелочки на месте есть. Ставим, Виталик. Начинаем. О, ты что, чуть не стал на розу. Сережка, сейчас Даня тебе дала. Да я понюхать хочу. Да понюхай. Пахнет? Фу, Катюня. Что фу? Да фу, как мы чуть можно в обморок упасть. Вот это аромат, конечно, сразу давай, в варенье снимать, из детства. А ты посмотри. Катенька, давай я буду нюхать, а ты будешь снимать. Давай каждый будет делать свое дело. Посмотри, какая она кучерявая, лохматая. Что за порода, не знаю, но таких я не видел. Просто красотища какая-то коралловая. Мы Аню не дождались, она тебе сейчас рассказала. Да вон идет. Ой. Хозяйка Минкунов в Одессе. Ой-ой-ой. Сейчас Миланька спит. У меня вопрос на засыпку. А ну. Да подожди ты. Анечка, скажи мне, а у тебя чего больше, роз или минкунов? Роз.
Опача. А, блин, я думал Минкунов. Что это за порода такая? Кучерявая. Это сорт называется Арлекин Декор. Арлекин Декор. Декор Арлекин. А, без разницы. Я его выкопала, потому что он мне пришел пересортом и рос там, где мне не надо. Я хотела выкинуть. А Виталий говорит, она мне очень нравится. И высадил себе здесь. Ты что, очень красивая. А чего тебе не нравилось пересорт? Ну, потому что она очень... Крупная? Она очень нет. Она оранжевая. Ты видишь, вот она растет оранжевая. Я поняла. Потом она желтая, вот. Не твоя цветовая гамма. Анечка, вы Галя балованная, это прелесть. Ты посмотри, какая. Да как не передаст, Катюня? Иди передай. Шляпами, Саня. Иди засунь сюда телефон. Я пока все раздвину для тебя. Ёшкин кот. Ну, так сегодня вот на солнце. Ты что, Виталик твой молодец. Спас. Ага. Розочка пришла, у меня была Вирочка подарок. Мы не знаем еще, что это. Короче, поэтому подарок сидит вместе с собой. На Новый год выразить подарок. Чтобы, не дай бог, была не того цвета, какого надо, да, Аня? Да. Блин, у меня как будто бы дежавю, я уже здесь был, но здесь произошел мэджик. Все по-другому, все по-другому. Я просто не могу. Это, ты посмотри на это. Слушай, у тебя не моя коляска инвалидная, чтобы ее катал? Не надо мне на инвалидное, это просто сложно. Чтобы она от радости лежала, там слюни пускала, а я буду аккуратненько ее только направлять. Ну ты посмотри, Катюня, какая красота, посмотри на эти бутоны, Сережа. Ну это можно вымыть. Нет, эти бутоны, к сожалению, после дождей бедные бедолаги никак не могут распуститься. Ты видишь, что делается? Анечка, я вижу, вот. Идем дальше, там столько бутонов. Это пахнет? Да, это очень ароматная роза. Это нет. Сколько лет ты их выращиваешь? Нет, у нее очень нежная нотка, Катенька. Есть там, да, чуть-чуть? Да, внутри вот именно такой себе а-ля еле-еле, но очень красивая. Конечно. Смотри, тебе видно? Надо глушить свет чуть-чуть. Бесподобное. Потому что солнце надо убирать, будет некрасивая розочка, если не свет. Сделай потише. Что, блин, это кошмар. Ладно, давай я буду как обычно молчать. Что это? Пион в розе? Это Вильям Шекспир. Вильям Шекспир, елки-палки. Это пахло тоже. Обалдеть. Да? Ты помнишь их все по названию? Ну, не все, но большую часть. Это Spirit of Freedom. Видите, они второй год, они бедные, еще ноги не держат эти цветы. Они еще разваливаются, чуть подвязала, чтобы сохранить палки. Тут еще надо подвязать. А, бутонов много, а они не могут, да? Ты видишь, что делается? Ты смотри, вон она распустилась, какая красавица. Прям можешь подлезть туда вот так, чип, и сверху ее сфотографировать. Анечка, я снимаю, я не фотографирую. Я боюсь, ну, да, тут да, у тебя да. что-либо потревожить. Боже мой, это просто что-то... Вообще не знаю, как природа... Такого, боже мой, мы сейчас на видео снимем. Нет, я хочу быстренько сделать замечание тебе, чтобы я потом не нервничал, когда буду монтировать. Давай. Замирай просто вот так вот. Подъехал и немножечко, на время, понимаешь? Рот закрывать при этом? Чтобы не трусилось. Не комментировать? Ну, а ты это видела? Да, я видела. Просто если ты хочешь, чтобы я молчала, тогда бери фильмоскоп. Я не сказал молчала, просто делала красивые кадры. Ой-ой-ой. Это тоже в этом году распустилось иначе, чем в прошлом. Почему? Она так не должна выглядеть. Роза Вентила называется. Она выглядит сейчас не так, как должна. Я его свинтила из того, что было. Ну... Но тут и сидит тоже охранник. Ой, я его постоянно охраняет и гоняет. А, слышишь? Что это, Виталик? Нет, это гоняет Дроздов. Арку снимали? Я иду, просто у меня уже все, я уже не могу. Смотри, что делается. Оно на солнце не будет видно, видишь, против солнца. Сейчас ближе. А ты не хочешь, там нормальные делают все свадьбы сюда, приезжают, фотографируются. Недорого, ребята, недорого. Пофоткались, все. Будешь такое, да? Микуна, Микуна в руки, Аня. А? Розы. Ой. Да, я постой. А я, да что ты меня дергаешь, как мальчик? Ты постой тут, постой. Да что, блин, это я уже... Я пойду к Виталику там картошку доедать, ешкин кот, загоняли меня. Ты посмотри на это. Давай, ты договаривайся за свадьбу, а я им песни петь буду. А это? Я хочу, нет, все. Чтобы это песни звучали, называется. Чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все посрывали те, что розы мальчик, сейчас обнимал. Ладно, друзьяки, извините, мои песни никому не надо. Ну и как фиг с ним. Не надо? Надо, ничего, бой. Сам себе спою в душе, я привык, все нормально. Все, порядочек. Вот с этой стороны их много здесь распустилось. Нет. Шикардос. А то Барнео Одоре пошла, посмотри, какая сейчас будет красота. Выноси меня. Вот это Тореадоре? Барнео Одоре. А я что не то сказал? Ёлки ты палки, блин. Да подожди ты, я... Ань, мне вообще кажется, что мы опять рано приехали.
А бывает... Сейчас там будет, вы увидите, что уже поздно. Да? А бывает, что у нее вот так вот все, конечно, короче, да? Конечно, сейчас ты увидишь, там есть уже распущенные полностью. Единственное, что это только начала. Обалдеть. Скоро шелковицу можно, конечно, будет прямо с дерева кусать. Короче, будет серия номер 3, Аня. Да не обязательно. Вообще, я так думаю, что мы... Ну, конечно, да, пошли. А это что, белое внутри красное? Это будет как шишки роза. Называется First Lady. Первая леди. Я так и знал. Это еще тоже рано. Заходи, Катюш, сюда. Куда? Это начало распускаться Леонардо да Винчи. Слышь, что это за Эрмитаж такой? Просто... Из роз. Нет, а? Слов. Лувр какой-то. Ой, посмотри налево, посмотри направо. Вот влево уже все я срезала, ребята. Я уже срезала эту розу. Это осталось. Это считается лысой? Это вы уже с Виталиком снюхали их, получается? Это я уже, мы их снюхали, я их срезала. Вот на том, на той стеле срезала, и на этой они самые первые были. Пойдем с другой стороны дальше, там будем потом снимать. Обалдеть. Это что-то нереальное, просто нереально. Слышь, а что ты говоришь, люди в комментариях? Люди... Шелковицу будет видно на видео или да нет? Будет, так она еще маленькая. Это еще маленькая, она на люди рыбает. В комментариях, Аня говорит, что пишут, что ребята, вы большие молодцы, но это невозможно сделать вдвоем. Чтобы вы понимали. Вдвоем. Мы ничего не успеваем, конечно. Тогда я скажу правду. Давай. Виталик на рыбалках вообще-то, тут одна Аня ходит с ножницами. Не, он на рыбалку. Так и что ж коты? Это что же? Это же целая, ну... Ну это же все радость, мы же любим и котов, и природу, и поэтому все быстренько бежим. Обалдеть! Катюша, заходи. Катюня. Чего вы мне дали этот фильмоскоп? Я просто... Слушай, это ты не для нас. Сделай людям приятно. Покажи, ну все же ждали, елки-палки. Бросай его потом куда-нибудь, когда я скажу всем пока-пока. Чао, иди сюда, нюхай, как сколько хочешь. Как красиво. Туда смотришь, вот туда смотришь. Там иди, там, иди на беленькое. Я не полностью распустилась, но уже видишь, хорошо. Иди там, он возле ангелочка присел, ты его поближе. А где ангелочек? Там возле Серёги. Они все пахнут розами, но у всех разная нотка этого, не знаю, там именно взрыва. Разная, очень, конечно, нежнейший шлейф, просто не передать. Катюня. Mm. И все друзьяки, вот чтобы от всех так пахло. Или у всех. Так, да, ну что ты... Видишь, пошел процесс, надо ходить и срывать то, что... А почему? Отцвело, но чтобы был красивый куст. Видишь, он уже это ничего не расцвело, а уже видели, есть, которые первые были. Подчищать, ты запоминай. Да. Я запоминаю. А вот. Ой, нет, к сожалению, ребятки, мы не успели. Это была очень красивая красота. Идем, туда, я вижу, успеть. Вся почиканная, да? Да, да, она вся обрезана, да. Идем туда. Да, слушай, о, не, куда идем? Нет, давай, ну, давай здесь ветка, понюхаем. Видишь, ветер, а давай ее прицепим, потому что она... Катюша, иди дай показать. Это шикардос. Роза Цезарь. Ветер обрывает все на свете. Ну так у вас тут какие раздули, елки-палки. Да-да. Раз и в лиман все сдуло. А вот посадили весной. Это японская коралл-желе. Это очень красиво. Это плетистая будет тоже. Класс. Сейчас это ты весной посадила, и они сейчас плодоносят уже, да? Да-да-да. Идем пока. А стоит туда дальше маленький, вот-вот маленький стоит. На взводе. Идем, покажу еще одну японку, там сумасшедший цвет. Идем, нам это надо. Это что-то, это невозможно просто. Смотри, она вышла с той стороны. Да я не могу. Посмотри, какой цвет. Нет предела. Обалдеть. Восхищение. Это тоже японка? Да. Катюня, иди сделай так, чтобы ты не сделала тень. Не, оператор, давай, да, заходим сюда, аккуратненько наезжаем камерой. Именно, понял, у них очень необычные вот эти цвета розочек. Да, он вроде и не розовый, он такой какой-то пастельный, да? Да. Пудровый. Пудровый, загадочный, да. И вот видишь, я, название таких не знал. Я тебе могу сказать, что я не знала, что же только учу, смотри. Вот этот, видишь, розочка это маленькая, это мини-роза. Ага. А вот этот в прошлом году был маленький. Ну, он, видишь, вот там вот он синенький растет. Угу. И он был гармонично был. А в этом году он попер? Розочкой осталась мини. Ага. А он окреп. И мне надо было весной выкопать его, поделить и закопать только часть. И он был бы тогда меньше там. Не, может, не совсем окреп, может, он на фоне рос, он, понимает, тянется к солнцу, и розы не такие скоростные. Сам корень большой, если я посадила корень меньше, он бы дал бы более аккуратно этот. Хорошо, а что это? Это шалфей думбравный. Вот он. Понял? Вот это я купила маленький и посадила. А, и вот с такого получается вот такой шалфей? Еще четыре вот таких же. То есть эта сторона будет такая же. Здесь только вот это посередине будет.
Вот это мне нравится, такая травка голубая, очень она, конечно, дает. Овсяница. А это чебрец, да, это чебрец. А это розмарин. Видишь, вот розмарин. Какой зеленый. Ставить или в рыбу. Да, 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 да. Ну, чебрец, я не знаю, хочется как коту потереться, короче. И вот так вот потом еще на лапах сходить. Но это так пахнет, Катюша, это кошмар. А, вот тут они так ходят. Это, как это, рассадник пчел. Покажи вот эту, как красивая розовая. Он, видишь, какая она? А, вот та вот? А вот так. Она, бедная, конечно, за руинами? Еле-еле дождалась. А что ты взяла секатор и ничего не режешь? Ну, давай уже сними. Она как указка ходит, показывает. Тебя срежу, ты не уходи. Люди бы посмотрели, какие мне достанутся красоты. Ох, какая, блядь, нежно-розовая. Вот то, Катюня. Чего нет? Нет, иди сюда. Ай, выкопать и высушить это к нам. Это выбросить надо. Почему, Ань? Это... Выбрасывай. Только выкапываю я. Иди сюда, Катюша. А чем она тебе не подходит? Да посмотри. У нее голые ноги, это сбрасывает листья, она мне не подходит. Так может ее подстричь надо? А мне нравится, когда бритые. Сережа, нафига тебе там? Иди смотри, сколько красоты тут. Я тебя запомню. Поедешь к нам. Я не помню, как это называется. С усиками. Смотрите, это называется лавсонг. Сейчас, Ань. Обалдеть. Катюня, подожди. Вот стань сюда. Я к этому, конечно, никогда не привыкну, что тебя надо учить. Ну, ладно. Тебе видно? Мне видно, просто я смотрю. Что это? Посмотри, какая каемка, а внутри кучерявая. Надо прикручивать солнце. Обалдеть. А это что за цвет? Это смотрите, вот это лавсонг? Вот это мы посадили осенью. А я вам сейчас покажу такой куст, который сейчас растет уже второй год. Идем. Вот сними вот этот, и я тебе покажу второгодний. Она вот сняла. Этот, посмотри, это ну просто. Аскот? Да. Ну хоть что-то уже не японское. Хотя, ой, Катенька. Да, это Катюша, пройди, посмотри. Это лавендер айс. Дай Бог здоровья. Слышишь, а ты большие ямы под ним выкапываешь? Виталик бурит буром. А, да? Ну вообще... Там, мне кажется, в первой передаче говорили. Берешь, копаешь. Смотри, Катя, какая красота. Вот видишь, что делает тут патч? А я вот ей показываю. Так ты один показываешь, я тебе показываю. Не, а мне не нравится, что она не нагибается. Но попросил же в начале репортажа. А я не могу, я дар речи потерял. Да перестань, ты держи себя в руках. Я серьезно тебе говорю, просто не могу и все. Смотри, вот эти... О, эти вообще еще спят. Эти навалены, они спят, да. Навалены и спят, ты видишь? Катюша, идем, я тебе лавсонг покажу большой. Заходи. Ну как большой, он еще не вырос, это только второй год. Смотри, когда она, видишь? Опача. Это вообще что-то, ну скажи, ну как природа... Хочется прямо, Анечка. Там, да? Что? Не скажи, стыдно. Скажи, как? Не аккуратно, нежно раздвинуть. Не, мой дает. Ну, посмотришь хорошо, потом. Потом посмотрим, потому что он, видишь, малиновый, а он его красным делает все время на фото. Вот, видишь, переходит, когда отцветает, вот переход. Ага, да? Ага. Из-за дождей первые цветы куклятся, видишь? И он все равно от породы своей вот такой остается закрытый? Нет, это так оно закуклилось из-за дождя, он открывается. Ага. Просто они все иду, вот... Иду. А, вот она одна открылась, Катюша, ну залезь сюда. Видишь? Просто что-то такое. Анечка, я тебе только что акцию придумал. Давай. Покупаешь у Ани кота, роза в подарок. А срезать буду, да? А когда ну. Не сезон, зимой, когда... Вареньем. Палочки? Вареньем. А это большой, да? Вот это второй год только. Вот тот мы посадили осенью, а этот уже зашел на второй. Вот он в прошлый год рос. И вот он во второй год зашел вот так. Иди с этой стороны тоже красиво. Скажи мне, у тебя есть любимая? Я не знаю, они такие все красивые, что я не могу знать, какая у меня. А Микун любимый? И Микуны все любимые, он, знаешь, что делать? Теперь поворачиваешься. Так вот и надо говорить. Раз, здравствуйте. Точно, что раз, здравствуйте. Сиреневый туман. Скажи. Надо нам. Да вообще что-то. Она сейчас на ночь закроется. Она закрывает, понял, вот эту розочку? А, да? Это липованская по-любому. Лилия. Чпок утром и вечером опять спать. Ой, у меня такое ощущение, что я сейчас просто упаду. Нет, сон пойдем. Какой-то, да? Куда? Все, сняла? Ты только смотри на розы, не упади мне. Не, идемте сюда обратно. Ох, какие абрикосы у вас уже хорошие. Где? Да вот. Ага. Ты видишь, что побило... Ну, побило мне все. И оно течет камедью. Ага.
Лечится? Все, тут сняла красоту. Да. Ты видишь, что делается, какие разные цвета, почти голубые, белые. Эти какие-то розовенькие, этот сиреневенький. И за счет того, что перепад вот этого... Смотри, вот ту ветку надо поснимать. Я не знаю, она сегодня, может, уже больше подвяла, но она, в общем, очень красивая. И теперь вот, и солнышко снимать. Цветовая гамма? Камильфо. Да очень камильфо, это по-настоящему. Да в магазин, когда ты приходишь, там ничего не шевелится. А тут же оно живое. Катя, пошли вот. Если прислушаться, оно еще и разговаривает. Вот туда, да. Что это за велосипед? Какой? Вот. Это то, что Виталик копает. А как? А! Она толкает впереди себя и подгребает это лезвием. Да? Смотри. Да, вот так, да. Загоняешь. Ну, да? Загоняйте. Чуть-чуть надо вот так вот, да. Это культиватор называется. Сережа, а что ты такое не купишь? Да, 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 да. А как вы избавились от травы? Культивировал. Это как? Специальным таким культиватором проходил все это. Да? Ну что, ты идешь снимать? Я снимаю все время. Я тебя запахаю. Тут все, бля. Это принцесса Александр Овкенская. Александр Овкен. Александра Овкин. Боже, какие головы. Фу, Сережка, короче, твои... мы пахали я и трактор. Я раз... Ой-ой-ой, а здоровая. А там прям жужжат пчелы. Да-да, там... Прямо слышно, да? Настоящие, да? Ребята, запоминайте тебе название роз. Тебе улик надо поставить. Не-не. Не надо. Не-не. Да. Это темная, господи, скажи, Манский клуб. А это Александр Овхен. А это они так специально, а тяжеленькие, и да, вот так вот и дракон да, этот да, ложится? Да, она далеко, как яблоня смотрится. Вообще просто. Все, пошли дальше. Катя, как она пахнет? Пахнет, да. Да ты что? Вот на, иди. Больше пахнет. Иди пригуби. Вот это? Да. Чтоб пчелу не засосать. Ой-ой-ой. Не, ну я тут поспорю. Дракон очень. А ну-ка. Дракон, сними спереди. Засоси. Сними его вот так, как Сережа держит. Да, вот видишь, она очень красивая. Он именно в бутоне. Как райские яблоки, точно. Да. Ты видела у Армена какое райское да, яблоко? Да, да. Ай, шедевр. Да, очень красиво. А мы с него варенье ели. А я чуть не поспорил, говорю, вишня. Ну такая, на палочке, думаю, ну обалдеть. Не, нет, да. Именно райское яблоко. Арменчик. Красава. Барев здесь, брат. Ну это еще, видишь, тоже не распустилось. А это кремовая какая-то, да? Это Валертон Old Cold. Как не распустилось? Что-то есть. Ну да. А, ты тут такой, какой цвет нежный. Да. Как мыло. Чемпионовидная какая-то, да? Смотри, ну видишь, это потемнее. Вот вон, там есть распущено. Это уже было, распустилось. Прям видно желтый яркий цвет, а потом она становится все бледнее. Да? И, а вот уже почти белый. Как на мой цвет. Пахнет? Она вообще не розами пахнет, а какими-то яблоками. Понюхай. Понюхай. Поняла? Боже мой, это нежность. Они яблоки. Смотри, какая вот как на арке маленькая джердинка, ей только второй год. Вот это. Ага. Видишь, вот рядом с... Вижу, рядом. Вижу. У меня на самом деле головокружение начинается. А вечером, наверное, аромат? Да. Катюня. Если ветра нет, хорошо пахнет. Ага, иди сюда. Смотри, как красивенько. Аккуратно, вот-вот-вот-вот рождение происходит. Поняла? Я не буду ускорять процесс, хотя очень хочется. Ты что, розам я сегодня еще не раздвигал? Обалдеть! Катюня, я, конечно, не про твою розочку, но это очень... Слышишь? А это каким-то лимоном ванильным пахнет. Да, они пахнут очень по-разному. Вот. Идем. Смотри, вон какая розовая красота. То браза Катфаэль, а это... Ой, скажи мне. А, вот это розовый... А я думал, тот самый розовый, который тебе не смотри, нужен. Вот это королева Виктория, он уже отцвел. Все, я уже обрезала. Считай, на него не смотрим. Вот этот имею в виду. А, нет, как не смотрим, Катюня? Иди, пока я не ушел. Виталик уже Миланю качает. Ого, букет. Катюня, снимай быстрее, ребенок проснулся.
А, я понял. Друзья, я от всей души с хорошим настроением. Я свой микрофон передаю Ане. Вы там доснимайте, что вам надо. А я папаша убежал по делам. Папаша без розы. Идем, Масик, снимем ту розовенькую. Вот эту, да? Вот эту. Это Анжела. Вот эту. Ангела, Анжела, кто как говорит. Это Бразер Катфаэль. Господи, забыла, как эта краса называется. Здесь настолько красивый окрас. Как кошка, слышь? Цвет. Сейчас вспомнишь. Я Кодлер недавно вспоминала, пока люди не написали. Боже мой, а это просто все в цветах. Скажи. Листьев не видно, да? Просто сумасшедшая. Просто праздник. Идем посмотрим Гетентрауме. Гетентрауме. Это немецкая роза. Это вот это? Да. Это немецкая роза. И она... Это здесь уже третий год. А ту пересаживали сюда. Что сначала по ошибке в сторону посадили, чтобы было три вместе. О, все развлекают. Ничего себе. Ты видишь, какое обилие? Она дождалась вас. И пушистая такая, да? Нежная вообще просто. Идем, посмотрим Пьера. Пьера? Да, заходи. Это будет Пьер Цикламен, который малиновый. Вот этот вот? Да, иди его поближе поснимаю. Он очень, посмотри, очень она красивый. Внутри прямо вот, яркая, малиновая. Да, сама по себе лепесток. А это что такое маленькое? О, это какой-то почвопокровный, забыла, как он называется. Слушай, просто что-то нереальное. Тоже как пьё? Иди отсюда, смотри. Вот эти или вот эти вот сбоку, вот очень красиво. А вот это вот для сравнения, вот на углу снимаю, если, не знаю, туда не добивать, сейчас Света. Подойдем. Это обычный Пьер, это просто Пьер де Ронсар, а это Пьер де Ронсар Цикламен. Здесь на каждой арке, вот видишь, я вот только посадила, это в этом году мы весной посадили только. Ага, это все вот будут Пьеры. Вот, так вот, да? Вот такие одинаковые? Видишь, вот тот вот, второй, это третий год ему, да. А вот тому второй год, это обычный Пьер. А тому третий год тоже. Понятно, а здесь такие, такой же, только весной этот? Посадили такой же самый, как этот, и вот там на той стороне, и там. То есть это все будет арка из Пьера. Ой, еще один мы не сняли. Секунду. Смотри тоже на цвет ее, какой красивый. Слушай, они у тебя все в цветовой гамме. Скажи. Ага. Нереальная красота. Идем, идем. Снимем, я не знаю, как покажет камера или нет. Потому что черничный моя вчера вечером не передавала, делала розовым. Смотри, какая нежнятина. Это просто что-то, прям как пиончики, да? Скажи. Боже, нежный цвет, да? Угу. Ох. Это будет не красота такая? Угу. Это будет тоби. На экскурсию к вам можно? Можно. А, все, ты не можешь взять. А где твое сиденье прекрасно? Поспал ребенок. Жималась, Сережа, ты будешь рвать Кате? Выкапывать? А что, жевать или что? Ну, конечно, вон нарвать ягод надо. Понятно, Сережа? Катюня, я тебя разряжаю прямо с куста. Мне Аня, вон, видишь, угощение собирает. Посмотри, какое красота. А ты в туалет поставишь? А? В туалет поставишь? Нет, Анечка, в туалете у нас бумага. У нас еще нет такого роскошного туалета, как у тебя. Не, ну не вытираться, а любоваться. Когда ты в процессе, любоваться. Я вас в туалете пока только этот залили. Ага. Стяжку. Стяжку. Ясно, еще пока не полюбуешься. Сережа. Что? Ты довольна? Да, я в восхищении. Конечно, труда здесь, Аня. Ну зато какая дача, посмотри, какая красота. Ай-яй-яй, колечко. Надо бы, может, какое-то ведро, ты красота прям столько не передать. Мне настригла. Я ж так побольше, я хочу постричь, чтобы ты довезла.
Мелания, ты ее немного стриги, чтобы ей был повод еще раз приехать за розами. Ты главное звони. Не, мы приедем в Одессу, скажешь всем, что это я тебе подарил. Скажут, вау, какой букет. А я скажу, вы еще не знаете, что Аня дарит. И мы еще раз поедем за букетом. О, а это подзаборная. Ах ты, скажи, раскинулась, да? Оно, да? Очень красивое. Скажи мне, оно завьет весь этот сарайчик? Здесь тут два куста, да, полностью вот это будет закрыто аж до верха с этим. А та... Жасмина, она будет то еще мощнее, чем это, она будет погромче. А ты видела нашу беседку? Можно тоже так же завить? Ну, все, что длинное, конечно, все, да? Что длинные плети дает, можно, конечно. Сереж, давай это розами можно. Завьем. Только единственное, что у вас там плитка лежит куда-то, во что-то я понимаю. Да ладно, я отколупаю. А. Давай с помидорами сначала покончим, правильно? Короче, друзья, кец и души, с хорошим настроением, Аня нарвала замечательный букет для вас всех и оператора, правильно? Смотри, оп. Не, оно же, оно может уколоться, может только понюхать. Ой, надо сказать, ой. Сначала надо потрогать, не пугай. Да? Так, ладно. Все, сняла? Да. Анечка, спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Как обычно, от всех наших замечательных подписчиков. Эти шикарные поцелуи только для тебя. А мне можно просто сказать, Липованчик, ты красавец. От всей души и с хорошим настроением для вас сегодня ездили к Ане в гости не последний раз. Да, одесский Липован, оператор Мелания. Так и так. Всем пока-пока. Чао.